Добрый вечер все, кто нас сегодня смотрит в зале, те, кто нас смотрит на портале Культуры РФ, все, кто нас смотрит в группе ВКонтакте. Меня зовут Татьяна Большакова, я курирую культурное мероприятие Библиотеки иностранной литературы, и сегодня я вас рада приветствовать на фестивале франкофонии в иностранке, который продолжается, и вот уже неделю мы вас знакомим с разными франкоговорящими странами. И сегодня я безумно рада вам представить нашего гостя, нашего большого друга Юлии Ли, которая очень много самых разных мероприятий провела вместе с иностранкой. Наверное, самое масштабное все-таки был самый массовый урок иностранного языка в России. Он проходил именно в нашей библиотеке. И сегодня мы очень рады, что Юлия нашла в своем необыкновенно плотном графике время прочитать лекцию в нашей библиотеке. Давайте так, я знаю, что очень многие люди сегодня по разным причинам не смогли прийти. Если вы смотрите нас сейчас в ВКонтакте, пишите, пожалуйста, ваши вопросы к Юлии в комментариях, я их озвучу, если они будут в конце лекции на серии вопросов и ответов. Давайте так договоримся. И я с радостью передаю слово Юлии. Юлия, не буду уже. Спасибо. Рада всех видеть. Да, действительно, Таня уже многое сказала. Сегодня наша лекция называется «Мне скучно». И хотелось бы начать с того, что мне было очень скучно готовить эту лекцию. Я еле себя заставила. И то, как получится, тоже посмотрим с вами. Вы сможете сделать свои выводы. Но самая главная идея – то, что скука, она может быть полезна. Со скукой мы должны работать, со скукой мы должны жить. И то, как мы это делаем, определяет наше вообще существование, успешность. И на моем примере я покажу, какие задачи, какие цели или мечты я исполнила, поборов, например, скуку или научившись работать с ней немножко иначе. Немножко расскажу о школе. Наша школа до недавнего времени была только французской, а в этом году мы начали еще и английский язык и занимаемся различными совсем задачами, это и экзамены, это и общий французский, и если вас будет интересовать, и английский. Если вас будет интересовать, тоже по этому могу ответить. Немножко о себе расскажу, если вдруг кто-то не знает, потому что лекция называется «Мне скучно». Я думаю, что если вы пришли, что-то вас должно было в этом заинтересовать, или вы могли знакомиться со школой. Поэтому думаю, что знакомы немножко с тем, чем я занимаюсь. Я преподаватель. Мое первое образование, даже несколько первых, это именно преподавание французского, немецкого, русского как иностранного. Потом был английский, потом была высшая школа, именно преподаватель, педагог. И теперь я занимаюсь большей частью своего времени тем, что я работаю над тем, как улучшить качество жизни преподавателей, как сделать их жизнь интереснее, как сделать так, чтобы они меньше скучали. И так как школа все-таки это бизнес, дописала здесь, что я еще и бизнесмен, бизнесвумен. Если будем точными, есть школа также у нас в Грузии с прошлого года, и там мы занимаемся грузинским и английским языками. Если вам будет тоже интересно, можно и на эти вопросы ответить. И давайте начнем. Сначала начнем с того, что такое скука. Даю вам небольшой такой момент подумать, потому что многие понимают это по-своему, и есть много различных исследования на эту тему с психологической точки зрения, с поведенческой, с очень многих точек зрения. И посмотрим, например, когда человек испытывает вот это состояние даже скуки, когда нет смысла в том, что он делает, или, например, где он сидит, он не понимает, зачем он это делает. Часто мы говорим о скуке в контексте работы, в контексте учебы, но еще много-много где, и мы сегодня с вами это посмотрим. Далее, когда, например, даже если вы, в принципе, знаете, зачем вы это делаете, но процесс очень монотонный, какой-то однообразный, вы тоже можете испытывать скуку. И третье, это вот несколько вариантов есть, но вот именно три вот этих самых главных. Это когда что-то происходит, но у вас это не вызывает никакой реакции. Ну, то есть вот не отзывается, можно сказать. Самое главное, что скука – это не просто расслабленное состояние, это не просто, когда вам все равно, а это активное состояние. Я вот следила немножко за вами, когда кто сидел и ждал, как вы себя вели. Кажется иногда, что нечем себя занять, что что-то очень интересное происходит где-то во внешнем мире, и вот прямо от этого дискомфортно. То есть если задуматься, скука — это очень сильное состояние дискомфорта, и уже хочется делать хоть что-то, лишь бы вот не скучать. И вот в этом, вот с этой мыслью мы начнем дальше, как с этим состоянием дискомфорта жить,
как исполнять свои мечты и как не тратить это состояние на какие-то вещи, которые не принесут к вам никакой пользы. Ситуации, в которых может быть скука, и которые определяют вот, ваши выборы в этих ситуациях, какое качество жизни у вас будет. Ну, учеба — это понятно, что мы часто испытываем скуку, когда нам скучно. Работа тоже понятна, но отношения. Отношения между людьми, с друзьями или с партнерами, например, муж, жена и так далее. Бывает, что скучно, люди не хотят над этим дальше работать, и они расстаются. Тоже бывает. Это же тоже мы... То есть мы не придаем значения скуке, но вот только... Сколько у нас тут? 8 таких вот ситуаций, и это практически самые главные ситуации в жизни, в которых... Когда мы испытываем скуку, наш выбор определяет, как мы будем дальше жить. Дальше, например, личность, характер, скука. Мне что-то во мне не нравится. Или наоборот, нравится, у меня есть талант, но мне надо его дальше развивать. И вот скучно над собой работать. Ну, например, мне хочется очень красиво говорить. Мне хочется очень складно говорить, при условии, что мне не очень часто сейчас, но все равно выпадает возможность говорить. И я вот пошла на курсы. И там нужно с пробкой повторять 10 тысяч текстов. Или один и тот же текст разными способами. Или, например, какое-то упражнение с пальцами, когда я должна описывать какие-то предметы, например, кружку. Но не скажу, что мне интересно. Я бы лучше какой-нибудь там «Человек-паука» фильм посмотрела, правильно? Ну, то есть я работаю над своим качеством, над своим характером, но это вот в моменте я могу сказать мне, что скучно. То есть такая ситуация. Например, хобби. Хобби же бывают разные. Но я могу хобби, что-то... вязать, условно, что-то могу рисовать, а могу что-то более, футбол смотреть. Не хочу никого обидеть, но более пассивное такое, например. Если я уже какие-то там, может быть, термины выучиваю или какие-то тактики, потом применяю их, это уже другое качество. То есть то, сколько от нас наше хобби требует вот усилий. И иногда мы говорим, ой, ну скучно внимательно пересматривать один и тот же кадр, что-то там выписывать, сравнивать, правильно? Дальше. Здоровье. Взять, открыть, вот я просто сейчас тоже в России ненадолго решила всех врачей пройти, взять, открыть вот эту вот свою карточку, посмотреть, у каких врачей я была, у каких я не была, потом ко всем им записаться, потом следить за своим графиком, потом еще что-то делать, потом в очередях сидеть. Очень скучно. Но я думаю, что если я это пройду, все, то есть что-то там будет, какой-то эффект, и я буду, в принципе, здоровее, что-то я вылечу, что-то я просто буду понимать, что, например, у меня каких-то элементов в крови не хватает. Но это тоже скучно. Я бы лучше сидела и, не знаю, с друзьями болтала, правильно, при условии, что у меня нет много времени. И это скука. Иногда не хочется делать, потому что, ну, это не весело. Дальше. Свободное время — это вот сейчас. Когда нечего делать, вы сидели, пришли некоторые за 10, за 15 минут. Можно было это время абсолютно по-разному провести. И причем дальше я вам расскажу, что самое лучшее, что вы могли сделать, это просто сидеть и ничего не делать, чтобы дать своему мозгу отдохнуть. Вот когда вы в телефон смотрели, когда вы, может быть, даже читали, ну, в зависимости от того, как вы время прошли, никогда нельзя, провели, никогда нельзя сказать однозначно. Но вообще лучше бы просто сидели и смотрели в одну точку. Для мозга это было бы вообще самым прекрасным. И финансы. Опять же, то, что не весело. Вот у меня есть моя 1000 рублей, у меня есть какие-то планы. Там, учеба, квартира, машина, что угодно. Но я сижу, и мне скучно. Ну, конечно, я пойду и потрачу 1000 рублей на кафе, или на кино, или на еще что-то. Это тоже же скука определяет. То есть некоторые говорят, что я буду свою молодость просиживать где-то и, например, не копить на что-то деньги. То есть это тоже решение, которое мотивируется. Можете ли вы со своей скукой дома, не тратя денег, просидеть, занять себя чем-то и не умереть. То есть это все именно мотивируется скукой. И мы с вами вот эту идею должны вот в голове удержать и потом тоже себя проанализировать. Что я делаю только потому, что мне страшно, что мне будет скучно. И какие бывают ситуации скуки? У нас есть 3 ситуации скуки, может быть и больше, это не слишком так теоретично, когда объективно скучно. Мне бывает скучно, особенно когда я прихожу на какую-то пару или на учебу, и вот... Преподаватель или с листочка что-то читает, или рассказывает то, что было актуально 300 лет назад, или что вообще не актуально, сам что-то придумал. То есть вот ты слушаешь, и никому не интересно, все засыпают. Или вот бывает, что преподаватели прям очень-очень взрослые, и вот они как 300 лет преподают одно и то же, и ты знаешь, тебе уже даже дали конспекты слово в слово, что было. Вот, то есть это объективно скучная ситуация. Не то, что вот если вы в этой ситуации будете как-то нескучно себя вести, значит, вы будете...
каким-то более лучшим человеком. Конечно же, нет. Следующая ситуация — это когда скучно именно мне. И тут я хотела бы привести такой пример. Бывают же интересные лекции, бывают интересные какие-то уроки. Вот свою историю вспомните, и вот вам интересно, вы слушаете, у вас там что-то зажигается, и вот кто-то рядом сидит, зевает, кто-то рядом сидит, спит, ему он может хамить учителю. Ситуации могут быть и на работе такие, но просто это вот раз вы учитесь, раз вы пришли на лекцию, может быть, она вам близка. Было такое? То есть вам интересно, ему нет. И тут нужно понимать, что, может быть, у этого человека вообще ничего близкого вот с топиком нет. Это может быть, ну, безумно интересная тема про черные дыры или про еще что-то, про биологию или про какие-то вообще элементы. Если он не понимает ничего в том, что говорят, он в какой-то момент просто потеряет нить изложения и заснет. И ему будет скучно. Но это такая ситуация, в которой... Вот именно он оказался, а другому человеку будет интересно. Но это тоже не та тема, про которую мы сегодня будем говорить. Вот третья тема — это когда, знаете, вот вам скучно даже думать о том, что вы это будете делать. Ну, условно, даже иностранный язык, как так я преподаватель иностранного, вот сесть, открыть учебник, вот даже как-то говорят, я даже не могу сесть. Кажется, что вот все, что происходит вокруг, интереснее, чем сесть. И вы не можете ни с утра раньше встать, ни после работы, никак на это время не найдется. Но когда вы садитесь, 3 минуты пописали что-то, и вы уже в этом процессе, и вам интересно. И вам уже не сказать, что весело, но вы гордитесь собой. Состояние скуки не могу сказать, что вас преследует. Но вот до этого ощущения, все, что происходит, вы зачастую характеризуете как скука. И после этого вам очень... Вот вы гордитесь собой, вы очень бодры, вы рады, что вы к этому пришли. Или вот физическая активность, спортзал. Лежите дома с утра и думаете, не хочу идти, лучше полежу, и вчера ходила, или позавчера ходила, но лучше пойду завтра. Но все-таки заставили и пришли. Вот вы на этой беговой дорожке, или вы с тренером, думаете, молодец, что пришел, молодец, что пришла. Правильно? Вот то есть мы с вами про такие ситуации, когда вы осознаете, что вам точно полезно, вы собой будете гордиться, но почему-то вот возник такой орел, что вам скучно там. И вот я сейчас обсужу такие, у меня вот просто очень много интересов и очень много всяких деятельностей, я именно расскажу вам, как я с этим борюсь, чтобы все-таки к какому-то результату приходить. Сначала про скуку. Скука или несчастливый мозг. Нашему мозгу вообще не весело, когда нам скучно. И от чего это происходит? Тут просто у меня, для меня такие вот ключевые слова. У нас очень много раздражителей, очень много каких-то стимулов по жизни, вот каждую секунду. Вы пока дошли сюда, вы уже в метро услышали какой-то разговор, вы в телефоне сидели, и, в принципе, вы никогда даже не можете приблизительно угадать, что в телефоне вам в ленте встретится. Это будет и мода, это будут и рецепты, это будут и новости. То есть ваш мозг получает такую еду, как фастфуд. Быстро, вы как-то ее вроде бы усвоили, лучше, наверное, вы не стали, как-то качественно вы не стали умнее, может быть, если кто-то вечером о чем-то скажет, вы сможете поддержать разговор, но это не улучшило качество вообще ни вашей интеллектуальности, ничего. Понимаете, о чем я? Но ваш мозг привыкает к тому, что вы прям каждые 5 секунд получаете эту информацию. И вот для него, точно так же, как и с фастфудом, вот что, вам хочется мясо по-бургундски условно готовить 9 часов или 13, или сходить в Макдак и купить чизбургер? Причем, скорее всего, вы когда будете есть, там же всякие добавки, вы тоже будете практически идентичное удовольствие получать от обоих блюд. Но это намного быстрее и намного дешевле чизбургер. Вот, то есть это первое, что нужно понимать. А далее, то, что когда все это меняется, вы просто привыкаете к тому, что я держу внимание, там 8 секунд говорят, 7 секунд на предмете, и дальше его переключаю. И вы, если это практикуете постоянно, то получается уже 10 секунд, 15 секунд — это непривычно. Это все равно, что ходить определенным образом. Все равно, что определенным образом говорить, сутулиться, не сутулиться. Ваш мозг точно так же привыкает каждые 8, 10 или сколько-то секунд, в зависимости, просто менять куда-то свое направление. Ему уже скучно, он 8 секунд сидит, говорит, куда, куда? И он в другую сторону уже хочет повернуться, открыть что-то, телефон и так далее. И третье, то, что у нас есть клиповое мышление. То есть мы кусочек информации получили, и нам уже весело. Нашему мозгу уже он как более-менее закончено все. Какую-то, даже вот говорят, что у нас даже не то, что уже клиповое, а какое-то
мультипедийное мышление, потому что мы начали читать об одном, а потом по ссылке по гипер прошли по-другому, и уже не понимаешь, как ты оказался, читаешь там про жену Бибера. То есть вообще считала как о чем-то вообще интересном, но ты не дочитала эту статью до конца. То есть даже вот это уже у нас до конца не проходит. И если вы в таком ритме живете, а мы живем в таком ритме, вот вся обстановка у нас вокруг создана для того, чтобы мы вот так меняли фокус, чтобы мы так потребляли информацию. Если с этим не бороться, не понимать этого, получается следующее. Это исследование есть, если интересно. Большинство из них на английском. На русском я, если честно, ни одного не читала. Но вот даже вот просто скука на английском boredom и the brain, да, или boredom in everyday life, в каждодневной жизни скука. Очень много исследований, и вы увидите, что люди, которые скучают, вот прям им скучно, они об этом говорят, больше подвержены депрессии, они пытаются найти себе какие-то развлечения, то есть они идут в казино, они играют в какие-то еще азартные игры, они употребляют всякие запрещенные вещества. Если дальше смотреть, очень много разных критериев, я выписала только несколько, что у них низкая академическая успеваемость, что они менее удовлетворены работой, жизнью в целом. То есть и очень-очень много всего, и, разумеется, это ведет за собой низкое качество жизни, что они всем недовольны и вообще им ничего не нравится. И вот последнее, что вы видите там, что это еще и агрессию вызывает, то есть это и садизм, это какая-то очень яркая такая эмоция негативная по отношению к другим, это буллинг. И поэтому, например, я когда слышу у людей, что они говорят, им скучно, там на день рождения кто-то пришел, вот всем нравится, ему не нравится. И он еще об этом так громко говорит, потому что им кажется, что если я скажу, что мне скучно, все сразу подумают, что он такой вот лучше всех, его так сложно заинтересовать. Но если знать, как мозг работает, ты понимаешь, что у него что-то в жизни совершенно не складывается. Раз он думает, что его должны все веселить, то, значит, даже там мозг по-другому функционирует, и мы уже с этим ничего не сделаем. И я вот, если выбор есть, с кем общаться, с таким человеком точно общаться не буду. Ну и при условии, что дальше агрессия, вот это все, какие-то нападения, может быть, манипуляции, это все тоже с этим связано. И этого электронного человечка видели, который внизу, почему, вот это тоже мне такой ключевой момент, был опыт, называется, по-моему, «The Shock Experiment». На 6-15 минут людей загнали в комнату, где нет никаких вообще раздражителей, тишина, и только кнопка, с помощью которой они могли себя бить током. И вот, сказали бы мы, да, 6-15 минут посидеть, и что такого? В общем, они не могли просидеть, большинство из них, они от скуки били себя током. И выяснилось то, что мужчинам вообще скуку очень трудно переживать. То есть больше мужчин било себя током, чем женщин. А некоторым до такой степени невыносимо, до такой степени дискомфортно переживать эту скуку, что, например, один мужчина себя 190 раз за 15 минут ударил током. Понимаете? То есть он вообще с этим состоянием не мог жить. И вот опять же, эта идея, когда вы осознаете, насколько... Мы же не думаем, что я не могу посидеть 5 секунд, когда лекция начнется, вот просто сидеть вот так. Что мне надо в телефон, что у меня что-то там в сумочке, что я не знаю, еще что-то. Там вокруг глазки бегают. Но если вы понимаете, что это как-то на мой характер влияет, как-то влияет на мое качество жизни, что я и в других сферах по-другому себя веду, и вы уже над этим работаете, то вы увидите определенный результат. И моя идея, что со скукой надо подружиться. Во-первых, нужно сказать для себя, что вообще скучать это нормально. Я живу в такой, можно сказать, агрессивной для моего мозга атмосфере, когда все хотят, чтобы я совсем чуть-чуть знал, понимал, и чтобы я быстро переключался с одного на другое. И что если вдруг мне скучно, это абсолютно естественная реакция моего мозга на то, что происходит. То есть это первое. Во-вторых, нужно понять, что если я пришел куда-то, учусь, работаю, нужно, во-первых, перед собой держать эту большую цель, зачем я это делаю. И если я уж это делаю, нужно сказать себе, что я эту скуку переживу, мне просто нужно понять, что для этого нужно сделать. Далее, скука и концентрация. Есть очень много моментов, которые могут повлиять на вашу концентрацию. И здесь нужно, по крайней мере, во-первых, понимать, что вас отвлекает. То есть, например, вы приходите на урок или на работу и не можете сосредоточиться на чем-то. Элементарно хотя бы уберите телефон далеко.
чтобы ваш телефон вам не мешал. Что если, например, я сейчас буду читать лекцию, мой телефон будет экраном вверх, я вообще его сейчас убрала, но условно, и вот постоянно будет что-то мигать. Поставьте его на тихий режим. Что угодно сделайте. Причем я, например, когда меня телефон отвлекает, у меня вообще сейчас он всегда на тихом режиме, я его могу оставить, я могу его просто выключить, и мне говорят, какая ты сильная личность, что ты можешь его так. Я наоборот не сильная. Если бы я была сильная, он бы вот стоял тут, и я бы на него вообще внимания как бы не обращала. Я до такой степени на него реагирую, я вообще готова каждые 5 секунд куда-то смотреть в другую сторону, что я его готова закопать там, на 3 километра в подземелье, чтобы я его не видел, чтобы у меня не было телефона. И я всем на работе тоже говорю, что никогда мне не пишите на телефон, пишите мне письма, что хотя бы на почту я могу заглянуть, когда мне угодно, а не то, что мне в WhatsApp будет постоянно вот эти вот notification приходить. То есть именно если вы знаете, что это ваша слабая сторона, вы это и как-то контролируете. Точно так же, если какие-то другие моменты у вас есть, вы на них обращаете внимание. Для вас нужно выбрать тот способ, который вам подходит. Может, музыка какая-то вам подходит. Есть абсолютно разные люди. Есть вот те люди, которым помогает фоновый шум. И они, например, приходят в кафе, и занимаются в кафе, когда посуду мимо проносят, там что-то хлопают. И они вот дома в тишине не смогут никогда работать. А когда в кафе вот эти люди постоянно снуют, им это идеально. То есть ну вот то, что вы для себя должны определить, я должен сконцентрироваться, как я концентрируюсь, и вот дальше над этим работать. Плюс есть очень много всяких техник. Вы, опять же, если заинтересуетесь, посмотрите, что это за техники. Но есть такая техника, которая называется помидоро. Слышали, наверное. Это когда есть часики такие, у меня стеклянные такие часики, знаете, песочные. Вы говорите себе, что я только 20 минут поработаю. И вот вы ставите, и 20 минут работаете, 20 минут не отвлекаете. Вообще ничего вас не может отвлечь. И вот вы когда эти 20 минут сделали, потом делаете какие-то другие дела, и вы привыкаете к этому, что вот 20 минут вы можете сосредоточиться. И тут нужно сказать, что чем больше вы будете концентрированы и есть исследования, тем больше будет и выше ваше интеллектуальное развитие, потому что раньше считалось, что это наследственно. Нет, вы можете быть умнее и в 20 лет, чем в 15, потому что, говорят, еще с возрастом у вас мозг деградирует, ничего подобного, и в 30 лет умнее, чем в 25, и в 40 умнее, чем в 30. Это все работает. И сейчас как раз-таки вот эта нейропластичность, и вот мозг изучает разными совершенно способами, хотя бы какую-то новую крупицу информации, новый навык вы мозгу прививаете, и он с такой жаждой и с такой готовностью это воспринимает, что вы удивляетесь, как быстро все меняется. Поэтому я вам рекомендую это попробовать. Далее, сила воли. Это мое любимое, потому что я, наверное, даже думаю, что все, что я делаю, это получается зачастую только потому, что я поняла, что такое сила воли. Есть книжка, тут цитата есть из нее, Келли МакГонигал написала книжку «Сила воли». И вот есть очень много идей, книжка, может, кому-то понравится, кому-то нет. Самое главное, что я усвоила, что это ресурс исчерпаемый. То есть вы не можете делать усилия вечно. И есть очень много исследований, например, что вы делаете какое-то усилие, неважно какое, может быть, вы, там, не знаю, отмываете какую-то сковороду очень жирную в течение часа. Но вот этот ваш ресурс силы воли все равно потратился. Для человека, который любит мыть посуду, может быть, не так. Для меня, который ненавидит мыть посуду, я всю силу воли в эту просто кастрюлю отдам, и дальше я не смогу ничего делать. Точно так же это может быть в течение вот этого периода, но может быть и в течение жизненного периода, то есть в течение недели или месяца. И когда вы это понимаете, что вы тратите на какие-то вещи, которые вы не хотите делать, вы уже тратите на эти вещи более осознанно. То есть нет, я не хочу мыть сковороду сегодня, пусть она у меня лежит в раковине, потому что мне нужно написать статью. И моей силы воли не хватит написать на статью, потому что я буду мыть сковороду. То есть это действительно так работает. И тут нужно понимать, что некоторые говорят, нет, я могу себя заставлять долго. И эти люди, я так раньше делала, заставляют неделю, две, там, в институте в течение семестра, а потом происходит спад, и они месяц, два или три вообще не могут ничего делать. То есть вы когда понимаете, что вы себя заставляете, поймите, что это делать вечно нельзя, а если вы какой-то период времени себя заставляли, поймите, что вам надо отдохнуть и сделать себе какое-то удовольствие. То есть, условно, вы почитали книжку или поучили французский, английский, вы потом пошли и с друзьями попили кофе.
и вообще отдохнули или почитали какую-то умную книжку, а потом взяли «Гарри Поттера» или «Властелин колец», какое-то там магия, увлекательное что-то, фэнтези. То есть, и когда вы вот такой баланс сделаете, не то, что вы всегда привыкаете читать что-то, что не требует какого-то осмысления, каких-то таблиц, но что вы это и то, и у вас как-то все очень сбалансировано получается. Дальше, вот эту вот зефирку «Опыт», слышали про него? Расскажу вкратце, потому что очень много про него говорят и написано. Был такой опыт, когда маленьких детишек посадили в комнатку, им дали зефирку одну, маршмеллоу, по-моему, и сказали: 15 минут подождешь, через 15 минут тебе дадут вторую зефирку. И смотрели, как они себя ведут. Кто ее лизал, кто ее там всяко переворачивал, кто отворачивался, делал что-то другое, лишь бы от этой зефирки отвернуться. Кто-то ее ел. И потом этот опыт прям долгосрочный такой, через несколько лет, может даже через 20, проверили, как сложилась жизнь у этих детей. И у тех детей, которые от зефирки отвернулись, которые выдержали 15 минут, в общем, они богаче, красивее, здоровее. То есть потому что сила воли, она влияет на те действия, даже на которые вы не обращаете внимания. Вот как ваш дом выглядит, как вы сами выглядите, как вы учитесь, как вы работаете, как вы вот, отношения выстраиваете с людьми. Может быть, вы в плохом настроении, как вы среагируете, вы себя сдержите или будете, например, на человека кричать или ругаться, или там какую-то свою злость срывать, правильно? Это все тренируется, это все. И опять же, если вы на ком-то потерпели, на ком-то неважном, а потом пришли домой, на ком-то важном не оттерпели, потому что вы тоже это не скоординировали, то есть вы потратили свою силу воли на того человека, который не важен. То есть в данный момент, если вы умеете это контролировать, я его больше никогда в жизни не увижу, но кричу. Я так делаю. Там, например, кто-то в метро на меня наругается или наступит. Я думаю, что я буду потом бурчать там дома где-то, что на меня кто-то наступил. Я им прям сразу скажу, куда, что, и, в общем, выскажу ему все, что о нем думаю. И тут у нас еще цитата, да, которая про нейробиологию. Если вам интересно, я просто рекомендую вам книжку почитать. Вот если вкратце, о том, что мы можем всему учиться, все тренировать, и неважно, в каком возрасте. И последний вот этот момент – скука и привычка. Привыкать к тому, что нам скучно – это раз. Привыкать к тому, когда мы занимаемся, то есть это порядок. Привыкать к тому, что мы делаем усилия над собой. И помнить о том, что у нас возникают вот эти нейронные связи. Я нейронные связи всегда сравниваю с такой дорожкой. Вы идете по какому-то там лугу куда-то. Например, условно, вы первый раз решили побегать. И вы идете по этой зеленой траве куда-то, вот она еще такая высокая, никто там не ходил, один раз бегать. Вот ваша задача как можно чаще и как можно быстрее друг за другом пройти вот эту дорожку несколько раз, чтобы уже протоптать ее до конца и чтобы заниматься спортом, каким вы хотите. И если вначале у вас это берет какое-то колоссальное количество сил, душевных, даже просто встать с утра, если вы это с утра делаете, то потом, за счет того, что эта уже дорожка протоптана, у вас меньше усилий. И тут тоже есть несколько принципов, что если вы один раз пропустили, ни в коем случае второй раз пропускать не надо, потому что эта трава, она будет расти, и, в общем, все будет нужно делать сначала. И всегда нужно помнить о том, это даже, опять же, про силу воли, если назад вернуться, что мы о себе имеем тенденцию думать о будущем лучше, чем есть на самом деле. Ну, то есть, условно, я купила абонемент на 8 занятий, и у меня он уже заканчивается. И мне вроде сегодня, надо сказать, чтобы так все гладенько получилось, типа сегодня два раза, на следующие два раза. Я такая думаю, сегодня на этой неделе схожу один раз, но зато на следующие три. Ну то есть идея в том, если ты на этой неделе два раза не смогла сходить, шансов на то, что ты в следующую неделю сходишь аж три, еще меньше. И то есть мы привыкаем к тому, что мы наоборот сдаемся и делаем хуже. И тут нужно помнить, что мы себя переоцениваем, и от этой мысли нужно уходить. Если я сейчас не сделала даже меньше, то на следующей неделе я не сделаю ни за что больше. И график. То есть если трудно на что-то решиться, трудно какую-то привычку внести, пытайтесь это сделать прямо в графике, чтобы не было выбора. И найти себе партнера, может быть, к этому. Я, например, не могу научиться какому-то языку, я всегда себе беру учителя, или если у меня, например, не было финансов когда, то я брала себе какого-то партнера, который одновременно со мной хотел это учить, потому что с другим человеком это делать намного проще. И как эффективно скучать? В зависимости от того, какие у вас цели. Например, у меня была цель несколько лет назад очень хорошо говорить на английском.
ну, как я делаю это на русском или на французском. И я, и вот тут как раз-таки выбор, динамика, контроль. Времени, разумеется, в рабочем графике очень мало, и я, когда время оставалось, смотрела сериалы на Netflix. Тут нужно понимать, что когда я начинала их смотреть, то они были для меня, во-первых, новые, во-вторых, мне было сложно, я все равно сидела вот так, смотрела, вникала. Но через год-полтора уже нужно было менять вот этот вот скучный процесс для меня, процесс, когда не хочется делать никаких усилий, потому что для меня стали сериалы эти, как на русском языке, я могла уже там готовить, убираться, еще что-то делать, и все понимала. То есть теперь для меня просмотр сериалов перестал быть вот полезным. И идея в том, что вы можете выбрать из многообразия вот тех вещей, которые вам более-менее интересны и более-менее полезны, максимально полезные для вас. Вот если, опять же, у меня это язык, то значит, вы выбираете сначала вот этот досуг, который вроде бы полезен и интересен, но через некоторое время вы его пересматриваете и меняете. Вот, например, сейчас у меня уже язык отошел на второй план, но все равно, если я что-то смотрю, то я смотрю теперь уже какие-то суперинтересные документальные фильмы на английском, а не какие-то специальные, там уже специальная лексика. Мне вроде интересно, но не сказать, что я учусь и сильно напрягаюсь, а не тем более там всякая инфографика, еще что-то. Но я за то, чтобы любой досуг был полезен. Опять же, сила воли, она у нас исчерпаемая. Разумеется, я очень часто лежу и смотрю в потолок, или лежу и вообще просто лежу, или лежу и слушаю какую-то, не знаю, там, подкаст какой-то неполезный. Разумеется, такие моменты происходят. Но если есть выбор, и не просто мы привыкаем к тому, что проводим время, что вот прошел час, прошел два, они вообще никакой пользы, то вот если есть такой небольшой ресурс, хотя бы выбрать чуть-чуть полезнее, то я рекомендую это сделать. Скука и ученики — это в контексте обучения. К нам приходят в школу и говорят, а вот вы можете, и мамы говорят, и сами ученики, чтобы мы с вами выучили язык, но играя как-то. И тут нужно понимать, что вот, конечно, можно поиграть, мы с вами можем поиграть, я могу карточки показать, да, там типа зайчик, котик, ну... Нельзя научиться играючи языку, например, на уровне даже B1, когда нужно прочитать текст, когда на уровне B1 лексика уже настолько многообразная, что это и социальные какие-то проблемы, это отношения. Ну не сказать, что вот ты сидишь и как дурачок смеешься весь урок, тебе так весело. Ну как сделать так, чтобы весело? И то есть идея в том, что приходите учиться и учитесь тому, как учиться, потому что играть, в принципе, вас могут научить очень многие люди, это раз, а во-вторых, вы сами можете научиться играть, и как пинать балду, вы очень все хорошо умеете, я очень хорошо умею. Нужно именно найти такие курсы и такой круг общения, когда вас научат концентрироваться, и чтобы вместе вы могли это делать наиболее эффективно. Вот идея в том. Дальше. Никогда не делиться тем, что вам скучно, с другими людьми. Если вам скучно в классе, и потому что преподаватель несет непонятно что, потому что это не актуально, значит, нужно менять, потому что со скукой нельзя жить, если действительно адекватно. В-третьих, в принципе, каждую практически ситуацию, ну, как минимум языковую, вы должны для себя лично улучшить. И если вам скучно, когда ваш преподаватель очень много болтает, бывает такое в языковых курсах, других не буду говорить, но когда преподаватель, ну вот все говорит, вот ученики сидят и слушают его, или кто-то говорит очень много, и вы невольно скучаете. Нельзя с этим жить, вы должны быть эгоистами, учителю даете фидбэк, вам же хочется с ним еще заниматься, так что это должен быть не грубый фидбэк, но вы говорите. Иван Петрович вдруг, там, или там, Адам, например, мой преподаватель, Адам его зовут. Мне скучно, что ты так много говоришь. Можешь ты иногда меня спрашивать, чтоб я говорила на языке? Если кто-то болтает, вы скажете: Костя, ты очень много болтаешь, давай как-то вот нас тут 10 или нас тут 5, давай как-то разделим. Потому что, конечно, твои мысли гениальные, но хочет нам попрактиковаться самим на языке. То есть не испытывайте в ситуациях, где вы можете не испытывать, скуку. Это очень важно. Преподаватели. Кажется, что может быть скучно преподавателю в его работе. Но у преподавателя всегда есть какая-то цель, есть возможность расти. И как можно расти преподавателю? Есть какие-то идеи?
Кроме того, что вот все говорят, ну, предмет. Мы не говорим о том преподавателе, который преподает французский и не знает французский. Правильно? Это странно. То есть уже то, что человек говорит по-французски, то, что у него там какая-то методическая база есть, это не обсуждается. Как можно дальше расти? Ходить на другие уроки. И вот это скучно. Мало того, что нужно не просто сидеть, а надо слушать, как говорит другой, может быть, с ним до этого поговорить. Узнать, какая у него была цель урока, какой у него был план, согласился ли он на этот план. А может быть, чтобы тот преподаватель согласился, чтобы ты на его урок пришел, дать ему обратную связь. Много ли он говорил, какое качество у него было инструкций. Но это все равно, это вторая степень скучности, потому что есть первая, когда ты никому не ходишь, но ты записываешь свои уроки и смотришь их сам. Вот скучнее быть не может вообще ничего. Попробуйте, если вдруг преподаете. Мы, например, в школе практически каждый урок записываем, потому что, особенно в начале преподавателя, чтобы его смотрел преподаватель-ментор, а преподаватели, которые с группами занимаются, то что все равно кто-то пропустит или прослушает, и мы все эти записи отправляем ученику. И просматриваем. Вот как скучно это слушать. Некоторые говорят, мне невозможно себя слушать. Я говорю очень много слов-паразитов. Я перебиваю, я недослушиваю. И это практически невозможно делать. Но опять же, если через это ощущение перейти, что я вот сейчас 2 часа потрачу на то, чтобы посмотреть свой урок, и я уже точно в следующий раз не буду ученика перебивать, потому что я вдруг на него не посмотрела, он хотел что-то сказать, и я начала говорить за него. То есть... Если вдруг я это еще делаю очень скрупулезно и записываю за собой, то я скажу, прежде чем что-то сказать, посмотри на ученика, может быть, он в процессе формулирования мысли. Потому что иногда, особенно на иностранном языке, у них не то, что они не знают, что сказать, они не знают, как сказать. И нам кажется, что он уже вот минуту думает, а ученик, он только минуту думает. То есть у него совершенно другая скорость времени, это все относительно. То есть... скучно сидеть, да, в тишине учителю, когда ученик долго-долго что-то формулирует и ждать. То есть у учителя так много на скуке центрировано, то есть если учитель может с этим жить в своей работе, он может стать таким классным учителем, потому что он будет один раз просмотрел, услышал, что у него очень много слов-паразитов, что у него очень много звуковых пауз, вот этих «а», «э» и так далее. Он поработал над этим, и через 3 урока, через 4 он еще раз свой урок посмотрел. Потом он поработал еще над чем-то, что он очень длинно рассказывал какое-то упражнение, и ученики не поняли. Он потренировался, попробовал, например, написать несколько вариантов инструкции. Это очень скучно. И потом с учениками это все произнес. Потом пересмотрел, сказал, да, я это улучшил. И то есть вот каждый момент, который у него не так до идеального урока, можно просто вечно отрабатывать. И это скукота еще какая. И смотрите. Лекция не длинная у нас сегодня, потому что, может быть, вопросы будут, но, в принципе, я понимаю, что 1,5 часа такого какого-то полезного контента я вам не могу дать. Вот. Сейчас хотела бы вас спросить, какие у вас есть мечты, которые вообще нереальные? Есть такие, какие вы вообще думаете, что ну, есть такая, она у меня живет, но вот я не могу ее исполнить? Да? И почему вы думаете, что это нереально? А сейчас почему нет? Не туда. Ну, смотрите, про певицу. Человек хотел стать певицей, пока... и вы думаете, что это уже невозможно? Угу. Но когда вы слушаете, что кто-то поет, у вас ёкает? Угу. Хорошо. Хотели бы выступать на сцене? Угу. Кто-то еще? Это очень классная мечта. Есть какая-то большая, даже стыдно. Вот, ну, мы сегодня в узком кругу, здесь с вами у нас там 20 человек и, может быть, 1000. Очень-очень-очень маленький круг. И что вам мешает? Деньги. Окей, это хорошее. Угу. Угу. Не накопишь никогда. Угу. Угу. Еще какие-то поделитесь. Просто мне, даже если, окей, вы не поделитесь сегодня, подумайте, что очень нереально. Вот про мою мечту, которую я исполнила 20 лет, когда я была вообще в маленьком городе, очень далеко.
в очень бедном городе я хотела, чтобы мое 20-летие я отпраздновала на Эйфелевой башне с стаканом шампанского. И вот я в 20 лет, когда мне было, прям в свой день рождения, вот, ну не веря ни во что, я его отпраздновала с друзьями. То есть вот казалось бы, что это просто какая-то такая картинка, но я сделала, и мне очень радостно. И причем сегодня расскажу про другую мечту, которую я прям в этот день загадала и исполнила только недавно. То есть там каждые 15 лет по мечте. Нет, вот я говорю, невозможно и возможно. Вот если как бы хорошая мечта для меня такая, когда я слышу, что кто-то делает, и мне становится грустно, что я этого не сделала. Не то, что я за человека порадовалась, я понимаю, какой у него там экстаз, но мне кажется, что вот он молодец сделал, и в моей жизни это должно быть, а у меня этого нет. И вот причем как бы точка кипения, когда уже один сделал, второй сделал, а идея в том, что если ты этим интересуешься, эти люди появляются на твоем пути просто каждые 5 секунд, кто это сделал, ты думаешь, как будто бы я одна в мире это уже не сделала. Но эта мечта, она очень личная. Кому нужно в 20 лет на Эйфелевой башне пить шампанское? Ну, то есть кто попил там, с друзьями, с родителями где-то, может быть, вообще в другой стране, может, вообще дома, это будет намного более интересно для них. То есть это личная мечта петь. Не каждый человек хочет петь на сцене, не каждый человек хочет путешествовать. То есть именно свое. И тут нужно выбрать, чтобы чужая мечта тебе в жизни пришла, потому что ты потом получишь ее, и тебе будет как-то грустно. Это не твое. Никто не хочет больше делиться. Окей. Я поделюсь своими несколькими. Тут не знаю, видно или нет. Получить степень магистра по нейробиологии или нейронауке, выучить английский до C1 и стать сертифицированным преподавателем, поступить в лучший университет мира для педагогов, поступить в университет Лиги Плюща и читать лекции в университете США по методике. Как вам эти мечты? Реальные, нереальные? Сложные. Сложные? Угу. Но похоже на пение, похоже на мир посмотреть. При условии, что у меня нет ни богатых родителей, ни я даже не из Москвы и так далее. Ну вот нет, ну реально вообще или нет? Просто мне интересно, если вы говорите, что это мне реально, почему ваша мечта про пение нереальна? Скромненько? В лучший университет мира поступить? Да. Ну, во-первых, сколько в мире? 196-198 стран. Нужно вам в Афганистан? Ну, опасненько достаточно. Надо тогда Афганистан последним, чтобы если вас там, чтобы там остальной список. Но еще таких стран очень много, в которые вам ехать не стоит. Как вы думаете, какая наиболее нереальная? Лига Плюща. Почему? Угу. Ну, вот это каждая моя мечта, которую я хотела бы осуществить. Да, это не мечты, это цели. Ну и смотрите, что я сделала. Мечтала, вот появились эти у меня мечты как раз-таки в 20 лет, потому что я в 20 лет уехала во Францию в университете по гранту, то есть, опять же, не платя, из института. И на 20 лет я тоже там накопила $100, 100 евро на тот момент, и мы поехали на выходные из нашего маленького города Кан, который в Нормандии, в Париж. И у моей подружки, которая там появилась, из Гарварда приехала сестра, которая изучала нейробиологию в Гарварде и рассказывала там что-то про мозг. И мне было так интересно. Я думаю, я тоже хочу в Гарвард, я тоже хочу мозг изучать. Но тогда это для меня было совсем что-то непонятное, потому что, это, во-первых, это далеко, я не знаю английский, и у меня все педагогическое, гуманитарное образование, которое вообще, ну то есть, вот как, да, вот сказать, даже через 5 лет, возможно ли выучить это за 5 лет? Возможно, где-то подготовить. То есть эти мечты у меня жили очень много. Я с этим как-то даже вот росла весь этот период. И, наверное, 2 года назад я решила, что уже вот, опять же, я слышу, что один поступил, другой поступил. Опять же, блогер, не тот человек, которого я лично знаю. Но вот переехал, там-то учится, лекции какие-то интересные читают. И вот я решила просто расписать себе по пунктам, что я должна сделать, чтобы осуществить эту мечту. Но если честно посмотреть на эти мечты, они практически одни и те же, потому что чтобы мне получить степень магистра, лучший институт и Лига университета, вот, Лиги Плюща, это одно и то же. Потому что лучший университет мира для педагогов — это университет Лиги Плюща,
Это называется в Колумбия университет, если слышали. И там есть Teachers College. Это как бы факультет от Колумбийского института. И он номер один. Если вы ведете Teachers College, Колумбия университет ранкинг, то есть вы увидите, что это number one. То, что там есть нейробиология, это все понятно. И то, что чтобы поступить туда, мне, разумеется, нужно знать уровень C1 английского. То есть там по-другому никак нельзя. И, разумеется, если методика, которой я занимаюсь уже там сколько-то лет, если я отучусь там, даже в рамках таких вот магистерских программ или PhD-шных программ, ты все равно будешь читать лекции. И это не то, что я буду читать лекции для каких-то нобелевских лауреатов. Это просто даже вот условно я сделала доклад, и вам, и с вами, своими там коллегами поделилась этой информацией. То есть, в принципе, это одно и то же. Что я сделала? Во-первых, я сначала, конечно, думала там о Гарварде, о чем-то еще, но в Гарварде достаточно консервативная программа. Там образование Америки в таком-то веке, в сяком веке, то есть очень она не такая вот... Ну, не гибкая, не модерновая, это раз, хотя... И она в рейтинге тоже. То есть, если вот этот номер один вуз, то Гарвард, наверное, даже в десятку не входит. Потому что у Гарварда тоже есть Гарвард School of Education. Но там какие-то другие, наверное, приоритеты. Далее я посмотрела, что для этого вуза нужно сделать. И там просто вы, любой человек это может сделать. Вы, ну, если вы уже английский немножко знаете, вы заходите, там, например, начать application process, и вы смотрите. И, в общем, я начала свой application process в 2022 году, и там нужно было какие-то статьи написать. Там вообще все прописано, в общем. Это не скажу, что легко, но достаточно все прописано. Нужно написать мотивационные письма, эссе, статьи. Нужно написать свое резюме, нужно послать и так далее. То есть экзамены сдать. И, в принципе, все. Но в 2022 году, когда я начала это делать, мне было уже... Когда я приблизилась к этому моменту, поняла, что я не готова, и я взяла еще год на то, чтобы подготовиться еще лучше. И 24 февраля этого года, после того, как я подала документы в декабре прошлого года, мне пришел ответ, что вот application decision available, и я поступила. То есть это, да, то есть это было достаточно... Спасибо. Да, то есть это было достаточно, я не скажу легко, но когда ты все это по пунктам расписываешь, то есть мне нужно выучить английский до C1, у меня нет выбора, там прям написано, ваш должен быть балл за IELTS не меньше, чем 7.5. Четкая цель. И если я выучила французский до такого уровня, если я знаю русский до такого уровня, то любой другой земной язык мне доступен. Будет зависеть от того, как я работаю. И я вам говорила, что я, например, очень такая вот вся хаотичная немножко, да? Я полностью отключилась от соцсетей. Не потому, что я очень сильный человек, а потому, что я их просто везде удалила. У меня не было несколько месяцев ни в одной соцсети. Каждая минута дорога. Про график я вам говорила, не просто, что кто-то что-то делает с графиком. Это потому, что я понимала, что мне нужно встать в 6 утра, и учить до 10 вечера английский, читать статьи, проходить какие-то курсы, потому что, чтобы мне вдруг поступить на нейробиологию с учителем французского и немецкого, как-то это очень далеко. Мне пришлось пройти онлайн-курсы Чикагского университета по нейробиологии и приложить сертификат. То есть, что я что-то знаю, написать какие-то статьи о том, что я думаю. То есть, каждый день вставать рано, каждый день заниматься долго. И с момента, когда уже вся эта цель встала, то есть весь график даже встал, и про силу воли я понимала, что я встречалась с друзьями каждый день. Я гуляла с собаками каждый день, там тискала всяких разных пупсиков. То есть потому что я знаю, что у меня сила воли, она не железная. Если я в 6 утра встала, то значит обедать я пойду в очень красивое место и буду там есть очень вкусное пирожное. То есть я не устала, я не измождена. И все это получилось достаточно плавно только за счет того, что я выстроила график, поставила себе цель и четко знала, что я буду делать. И мне было максимально скучно иногда, но я понимала, что я позанимаюсь этим час и дальше буду заниматься чем-то еще. Вы видели цель? Я видела цель, как вы можете увидеть то, что вы петь хотите. Вот. И идея в том, что не весело мне было заниматься в 6 утра английским.
писать эссе про там иногда процессы, как делается оливковое масло. Ну вот честно, в моей жизни есть более интересные вещи. Да я бы просто спала, у меня очень яркие сны. Нет. Но я поборола свою скуку, чтобы потом, мне, например, я сейчас поеду в Нью-Йорк, чтобы у меня была намного более интересная жизнь, как бы в процессе того, что я сделала выбор. Мне было неинтересно, например, в течение нескольких месяцев не понимать, что с моими друзьями в соцсетях происходит. И, конечно же, я думаю, ну давай чуть-чуть я посмотрю, что там у меня творится. Нет, я их так удалила и забыла даже все пароли, чтобы у меня не было ни единого соблазна туда заглянуть. То есть, и вот если бы я не научилась, потому что не скучно постоянно было бы, но я с этим боролась, я с этим работала и нашла вот этот вот баланс, что мне скучно, мне весело, мне приятно, мне скучно, мне весело и приятно. И даже вот такую большую цель, которая мне там 3 года назад казалась нереальным, что это университет Лиги Плюща, что это самый первый университет мира, и что это дисциплина, которая вообще ко мне никак не относится, что я там поступлю, но не было у меня таких мыслей. Вот поэтому я вам сегодня желаю, чтобы вы посмотрели свои отношения или пересмотрели свои отношения со скукой, чтобы вы поняли, что это совершенно нормально скучать, скучали больше, проводили больше времени в тишине, медитировали, вообще ни о чем не думали. И если у вас есть какая-то цель в жизни очень большая, то просто возьмите тетрадочку и распишите все по пунктам. Потому что с каждого пункта один урок пения в неделю. Или хотя бы какую-то страну, которую вы еще не посетили, Армения, в которой даже не нужен паспорт. Начните хотя бы, что вы хотите сразу 196 посетить? Посетите одну, но это нереально. Тогда, если вы так говорите, как ребенок, я хочу сейчас полететь на Марс. Вот, нет, а именно, что в жизни должно происходить что-то очень яркое. Вы способны просто действительно на чудо, что вот в этой жизни было это, и вы уже счастливы. И вот такое должно быть. И когда вы это найдете, вы поймете, что вот, потому что можно просто так каждый день проживать, а можно, есть просто альтернатива, что вы будете что-то такое делать, что будет вас каждый день счастливым. Потому что я, когда получила это решение, я, наверное, я так счастлива и так долго никогда не была. Потому что, да, то есть я даже до сих пор еще не осознала, наверное, когда я приеду, уже осознаю. То, что вот. То есть так, я просто желаю, чтобы у всех такое ощущение было. Это действительно дорогого стоит. И, в общем, я вам желаю найти эту мечту, стремиться к ней, расписать все планы. И это может случиться через год, может даже меньше. Все зависит от того, как будете работать. И если есть вопросы, задавайте. Вот я по поводу вашего списочка. А вы его полностью закрыли? Или слушайте, там еще остались пятнышки. Английский я полностью закрыла. В магистратуру и в Лигу Плюща, в первый институт я поступила. Если, закончу, если, то будет магистратура нейробиологии. Я поступила на нейробиологию. И, разумеется, если я думаю, что через 1.5 года весь список будет полностью закрыт, потому что уже и лекцию я 1 или 2 проведу. Ну, здорово, здорово, класс. А я хотел спросить, вот вы про скуку говорите, вот на момент подготовки к поступлению вы вот про скуку сами узнавали, это ваш опыт, или все-таки вы изучали этот вопрос и делали вывод? Изучала, когда я поняла, что скука мне мешает двигаться дальше, что я прям сижу и думаю, мне вот поучить? Ой, скучно. Или пойти в кино погулять там с друзьями. Я понимаю, что скука прям вот это то, что не дает мне двигаться вперед. И я потом поняла, что вот моя большая мечта, и мне нужно на скуку вообще закрыть глаза. И это вообще не должен быть критерий того, почему я занимаюсь тем или иным каждый день. То есть в вашем пути, получается, возникло препятствие, да, и вы стали с ним бороться. Да, причем скука — это не то, что, например, вам там, не знаю, что-то закрыли вас в клетку. Скука — это такое, практически неощутимое какое-то, каждодневное. Вы думаете, скучновато. А оказывается, оно вас как бы останавливает от того, что вы будете супер счастливы, что вы будете супер здоровы, супер организованы, там, супер в любви, супер умны и так далее. Только потому, что вы не умеете со скукой жить. А вот интересно, может быть, вы читали или вам попадалась такая информация? В диких племенах, вот там где-нибудь в джунглях Амазонки, люди испытывают скуку? Не читала. Потому что надо статья «Дикие племена и скука». Нет, такого не читала. Хорошо, спасибо. Удачи вам.
А тогда я правильно понимаю, что нужно разделять вот скуку и скуку от усталости? То есть, например, когда ты хочешь чего-то добиться, но ты, например, понимаешь, что это для тебя интересно, но ты не можешь из-за того, ну, себя заставить, потому что вот у тебя там 150 дел, да, и в какой-то момент, когда вот у тебя остается какое-то свободное окошко для своего любимого занятия, а ты вот уже устал настолько, что ты не можешь себя заставить. Есть ли, или, может, какие-то рецепты? Это приоритеты. Есть? Это приоритеты, потому что мы в жизни делаем очень-очень много всего. То есть, ну, то, что вам, может быть, даже не нужно. Это вот действительно тоже скучно сесть и понять, как организован мой день, как организована моя неделя, как организован мой месяц. И понять, что вот без этого я могу жить. И еще, как вот эти вот пустоты между своей деятельностью вот, занимаете. Потому что если вы смотрите телефон, компьютер, новости, или просто иногда я вижу людей, которые идут и просто болтают по телефону вечно. Иногда какие-то соседи, вот он с собакой идет, гуляет, болтает, потом я вижу, что он на кассе в магазине в Магнолии стоит, болтает. То есть всегда болтает. Я смотрю, он в лифте стоит, болтает. То есть он вообще никогда не бывает один. Вот это тот человек, наверное, который себя током 190 раз бьет. И к тому, что если у вас таких промежутков, когда ваш мозг совсем не работает, не бывает, то, конечно же, он вообще, ваш мозг не устает. Потому что если будут периоды тишины, я думаю, что ну, 10 минут, 20 минут, там, раза 2-3 в день можно найти, чтобы вы просто даже для медитации нашли. Вот когда никакой мысли не будет, ваш мозг отдохнет, мысли организуются, и вы вечером для своего любимого занятия с большими шансами найдете время и силы. Да, да. Даже не то, что идея в том, что если в вашей жизни нет вообще минут для мозга тишины, то получается, что ваш мозг всегда такой, знаете, раздраженный, возбужденный, и тогда он никогда не выключается полностью, чтобы отдохнуть. И тогда вот вы просто постоянно, вы никогда до конца не отдыхаете. А когда вы не отдыхаете, то у вас нет вдохновения и сил на что-то новое, интересное. Обычно, никогда ничего не делать. Даже вот вы сидите дома, да. Вы приходите домой, например, я готовлю. Я готовлю, но я не буду включать ни телевизор, ни радио, ни книгу. Я хочу просто вот там резать морковь и думать, что я режу морковь. Чтобы не было никакого шума. Потому что я вижу некоторых людей, они сразу приходят, включают телевизор и что-то делают. Все равно этот шум поступает в мозг. Очень хорошо, когда дома тихо. Вот, потому что у некоторых дома прям всегда очень шумно. Вот, нужно прям, чтобы ваш мозг, ваши уши, ваши глаза, вот такое минимальное количество раздражителей вот в день хотя бы несколько минут получали, чтобы вот у них была возможность отдохнуть. Да, спасибо. Вы знаете, у меня три, наверное, таких вот момента. Первое, я хотел спросить, а зачем вообще так много учиться? И зачем все время какие-то цели, и такая вот какая-то, знаете, такая как бы гонка какая-то, да, все время? Гонка-то с кем-то. Это первое. Ну, сам с собой, может быть, угу. Или с воображаемым кем-то, с воображаемым я, может быть. Но второй момент – это вы понимаете, что есть какие-то цели, которые вы не сможете достигнуть? Или вы считаете, что ну, вы или там условно человек может достичь все цели, которые он поставит? Вот. Ну и третье, это тоже так, знаете, как бы механистически несколько выглядит эта как бы модель, и в ней, есть ли в ней место для живого человека? Вот. Угу. Спасибо. Понятно, спасибо. Ну смотрите, гонка или не гонка, можно, конечно, расслабиться, то есть потому что есть, вот вы в квартире условно, если вы не будете мыть квартиру, она станет грязной. То есть бездействие, оно всегда приведет к разрушению. Если человек не занимается спортом, он станет в более худшей форме, чем мог бы быть. Зачем всегда учиться? Потому что я очень люблю чувствовать себя умной, я очень люблю умные книги, мне всегда мало знаний. И, например, чем больше ты узнаешь, тем больше хочется знать, например, мне. Если я слышу, вот, например, я читала одну... Мне очень нравится Стивен Пинкер, хотя я во многом с ним не согласна, но когда читаешь его книги первые, я практически на каждой странице делала какие-то заметки, потому что он то к мифологии, то к какой-то теории делает отсылку. Но если кому-то скажешь, ну, что такое вот этот вот термин, мне все равно. Мне сразу интересно, что это за термин. Вот. И мне точно так же и в людях интересно, когда человек говорит, ну и что, ну и все равно, ну где там Гондурас, ну и какая там столица, все равно. А мне было бы приятно, что я бы знала, что это Тегальсигальпа, например, условно. Да? То есть, ну вот у меня такой мозг. Любой другой человек,
там живет себе, не знаю, ухаживает за коровами, лечит их. Я тоже очень люблю коров. То есть как бы у него такая цель, ему не надо поступать в лучший университет мира. Ну, поэтому и разные. Поэтому я и знаю 4 языка в совершенстве более-менее, да, как бы. То есть, а другой не знает. И когда я прихожу в страну и разговариваю на этом языке, и вижу, как другой человек озирается, не знает, что сказать, боится, вот ради таких моментов, чтобы не чувствовать себя какой-то... Ну, я в этот момент бы чувствовала себя ущербной, что я в ресторане должна кого-то попросить за меня заказать, что я должна подождать. Я всегда очень голодная, хочу сразу заказать, чтобы мне принесли первое есть. Ну, то есть, как бы вот эти моменты, вот ради избегания даже этого дискомфорта, я хочу знать больше вещей. Когда о чем-то говорят, я хочу понимать. Вот. О том, что цели, все цели, которые в... Была какая-то такая цитата: если у вас есть мечта, значит, у вас есть силы на ее исполнение. Но я, например, не мечтаю стать космонавтом. Ну, то есть космонавтом, ну, вообще не мое. Я в самолет такой, как захожу, у меня аэрофоб. Но, например, я когда маленькая была, я представляла, что красивый институт, прям реально чуть ли не Колумбию или не Гарвард я представляла, что я иду такая по красивой травке, тут такое красивое дерево, я ем сэндвич на ступеньках. Ну что ж, я вот такое себе всегда представляла. Фильмы, может быть, это что-то. Я вот представляла Нью-Йорк, там все эти сериалы, «Друзья», «Теория большого взрыва». То есть я вот это все видела, меня это все трогало. Вот это я хочу так. Посмотрим, может быть, потом я скажу, что ну вот следующий этап. И детская, и подростковая мечта, да, то есть, ну, пока еще надо приехать, вот. А третий вопрос ваш был, есть ли место для живого, ну, извините, я себя так живой никогда не чувствовала, когда я поступила, и когда у меня было ощущение, что я лечу, что я даже, мне кажется, внешне изменилась, потому что кажется, что, особенно предыдущие 2 года, кажется, что как-то вот так все черно, что никакого просвета, и думаешь, а как будет будущее? То есть ты вообще, ну я так особенно, что-то такое случится большое, что делает тебя очень счастливым. И вот это событие произошло, и я как бы такой живой себя не чувствовала даже не знаю сколько лет. То есть, ну не знаю, это очень живое себя чувствую, когда я исполняю вот такие мечты. Нет, я такое не делаю. Но я верю в то, что если у вас есть мечта какая-то, вы ее уже все равно будете видеть. Но надо от нее не прятаться. Потому что иногда люди какую-то мечту себе... У них есть она, и она как-то на заднем фоне живет, но они думают, это точно нереально. Даже никакого шага, ни одного, ни единого не сделают вперед. Мне кажется, все равно надо попробовать. Потому что ни за одну попытку вас не накажут. То есть, ну, нет такого, что вас там что-то скажут. Зачем ты это сделал? Надо просто пытаться, а потом поймете, да, то или не то. Да? Спасибо большое за лекцию, было очень интересно. У меня, наверное, 2 вопроса. Вот вы часто употребляли вот в контексте своей лекции, что вот зачем это делать, это скучно. А вот есть ли какое-то различие между скукой и ленью? То есть как бы я бы вот в этом контексте употребила не то, что мне скучно, например, а я не хочу этого делать, мне лень. Это первый вопрос. А второй, тоже вы говорили, что нужно делать все полезное, 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 что если там есть выбор. Если 1-2 часа прошли и не было ничего полезного, то это плохо. А всегда ли это плохо, например, то же самое читать литературу, не нонфик какой-нибудь, а обычную художественную литературу смотреть? Для меня это полезно. Вопрос мой в том, я поняла. Как бы это всегда должно быть только полезно, то есть чтение, например, обычной художественной литературы, просмотр фильмов не документальных, а художественных, это является не полезным занятием и ничего не дает человеку и его, как бы, не знаю, внутреннему миру и душе. Спасибо. Поняла. Первый вопрос. Смотрите, когда нам что-то очень интересно и когда нас что-то очень завораживает, то нам никогда не будет лень это делать. И тут лень со скукой я бы связала. То есть лень — это как моя реакция, то, что мне этого нет желания активного делать что-то. Тут, да, когда я говорю, что мне не хочется в 6 утра вставать, тем более, что я устала, я себе начинаю жалеть, что я вчера там много поделала. Нет, это очень сильно связано. И тут для борьбы с ленью мы вырабатываем привычку и график, что я привыкаю вставать, что я привыкаю вот как по этой дорожке идти. То, что вы говорите, неполезное — это в контексте силы воли, что иногда делать что-то очень неполезное, это именно дать слабинку и вот это сделать, вот эту паузу сделать в полезном. Когда я говорила, что вот 2 часа прошло, и я ничего не добилась, это именно если вообще нет никакого досуга, который вам полезен. И если вдруг у вас какие-то очень большие цели, может быть, есть какой-то вариант
найти такой досуг, который вам будет и полезен, и приятен. Вот как я говорю, я все сериалы пересмотрела, вот «Теория большого взрыва» и так далее на английском языке. Мне было безумно приятно, и я могла бы их на русском посмотреть, но я посмотрела их на английском. То есть мне было чуть-чуть сложнее, но все равно я это сделала. Я пересматривала, там, перелистывала что-то, там, два раза смотрела. Вот. Но, разумеется, что-то абсолютно бесполезное тоже нужно делать, но именно под контролем, что это делаю, чтобы потом у меня сила воли восполнилась, чтобы я потом свои силы, которые я сейчас вот восполнила, потратила на что-то полезное. Ну, как Достоевский пишет, какой у него русский язык, какие там идеи, когда ты, например, там идиот, когда ты видишь, что ты не совсем идиот, раз вот ты себя просто в его как бы ипостаси находишь, тебе становится приятнее, ты отдыхаешь, то есть ты душой, это все равно полезно. Бесполезное – окей. Например, когда ты в 10-й раз за неделю идешь с друзьями пить пиво. Это бесполезно, да. Ну, там какой-то роман такой, да, там типа, вот, то есть Достоевский тут никак не относится. Достоевского можно читать, особенно вот это 5 его самых главных, то есть это нет, это не то. Да, нет, то, что вам именно, что вы начали, например, у вас есть задача, мне кажется, она у каждого человека должна быть, развивать свой родной язык, понимать свою культуру, менталитет. И Достоевский может для этого тоже служить, что я нашла именно книгу, которая позволит мне развить мой русский язык, понять русскую душу, и вот я его просто зачитываю с Достоевским, и мне приятно, но заодно я работаю над этой целью. Вот именно это как моя большая, это большая теория большого взрыва. Вот, то есть точно так же. В 2022 году в октябре я не говорила на английском. Сейчас я говорю на английском свободно, но у меня было много лексики. Так, ну это, наверное, B1+, за счет лексики и грамматики. Но даже сейчас у меня просто нет привычки говорить на английском, потому что я все равно на других языках больше общаюсь. Например, я читаю все, понимаю все, и вот IELTS дала чтение на 9, например, но вот говорить я на 7 говорю. То, что мне пока нет привычки, я была в англоязычных странах, в Англии и так далее, но там это было совсем чуть-чуть. То есть у меня нет привычки. Вот вначале вы упомянули, что одна из характеристик скуки – это чувство, когда в мире происходит много интересного, а ты занимаешься чем-то не тем. Бывает ли такое у вас, и как с этим бороться? Да у меня такое постоянно. Я говорю, мне даже вот какое-то физическое меня дергать начинает. И тут я, вот, например, даже я здесь сидела, я уже сижу, думаю, на 5 минут, я даже раньше вообще не прихожу на полчаса. Я пришла за 10 минут, потому что я бы тут вообще не сидела. Потом тут микрофон настраивали, я уже прошлась, потому что я даже не могу сидеть на месте. Я как с этим борюсь? Я просто это осознаю, этот процесс, что он во мне живет. И, например, здесь я сегодня уже лекцию приготовила, я уже счастливая, то есть как бы я уже не буду над собой на какое-то насилие воспроизводить. Но если, например, с утра... Я пошла с подружкой, попила кофе, попила чай, там позавтракала и медленно дошла до работы, где эту лекцию сделала. То есть я с утра себе вот эту силу воли восполнила, чтобы мне 3 часа посидеть и лекцию поприготовить. Но вот здесь уже я опять расслабилась и смотрела по сторонам, уже прочитала все эти лексики чего-то там на немецком языке, уже вот так голову перевернула. Нет, то есть с этим бороться вечно нельзя. То есть вы выбираете какой-то промежуток времени. Вот говорю, я сейчас могу концентрироваться 3 часа условно. Но я начинала с 20 минут с помощью вот этой помидоры. У меня часы даже на рабочей в школе лежат, где я переворачивала, 20 минут концентрировалась, потом делала все. Я в школе постоянно куда-то хожу. Там то за кофе, то за конфеты, то за чаем. Я переселяюсь с одной аудитории в другую. Я такая непоседа. Ну, как бы с этим бороться нельзя. Просто надо понимать и максимально эффективно это делать и увеличивать. Потому что если вы сейчас можете 20 минут, скорее всего, через месяц вы сможете 22 минуты сидеть. Спасибо за вашу лекцию. Очень интересно. А у меня такой вопрос. Вы в начале лекции сказали, что вы, когда здесь ждали начала, вот за те 10 минут, что вы пришли, вы видели, как и чем, кто занимается в ожидании. И вы упомянули, что... За это время можно было бы отложить телефон и просто посидеть в тишине, ни о чем не думать. Так вот вопрос такой. С учетом того, что у вас плотный график и все распланировано, на сегодня или на завтра сколько минут в тишине у вас запланировано? И проводите ли вы вообще время в тишине? Ну, смотрите, мой офис находится на Лубянке. Я сюда шла без наушников, без телефона, ни разу не посмотрев в телефоне, кроме того, когда мне Таня написала, где я. Вот, я ей карту послала, что я шла просто очень медленно. Я вышла за
наверное, за 35 минут, потому что мне здесь 25 минут идти. И вот я медленно шла, смотрела на закат, очень красиво было, то есть я отдыхала. И с утра я тоже никуда не торопилась. Я пришла на работу сегодня около часа. У меня всегда... Нет, такого у меня нет. Но я планирую скорее то, что мне нужно сделать. То есть я не планирую сильно, что я сейчас не планирую, что у меня с 8 до 10 будет. У меня завтра несколько встреч, и я вот между ними точно буду отдыхать. Абсолютно точно. Нет, такого я даже не способна на такой долгосрочный. Да. Да, и я знаю, что когда, например, я... По-моему, на прошлой неделе я просто не была в России и пришла, приехала, и сразу было куча дел. Я поставила все встречи, поставила друзей. И с субботы, наверное, до четверга у меня было просто действительно там еще спорт с 8 до 23. И что вы думаете, так как я себя вот пережала, я лежала в пятницу, я не вышла вообще ниоткуда, я заболела. То есть я вот, у меня должна были быть вчера лекции, я отменила, потому что я вот эти... сколько там, 5 дней, не организовала свой день. И теперь я думаю, что вот больше я так делать не буду, даже если у меня всего несколько дней осталось в России, то я не буду так делать. Я думаю, мне не нужен. Там просто трансляция. Отлично. Как вы думаете, компенсирует ли сон тишину? Может быть, стоит пораньше спать, начать лечь, и, соответственно, это компенсирует то пребывание в тишине, которое, скажем, планируется на следующий день? Я думаю, что если у вас будет лишний час тишины в день, это будет плюсом в любом случае. Сон, он должен быть 7-8 часов в комфортной обстановке, когда вы можете отдохнуть, когда он непрерывистый, качественный. Но то, что вы в течение дня должны сконцентрироваться еще и просто даже свой мозг приучить к тому, что вы можете это делать, это совершенно другое действие на ваш мозг. Именно повысит и концентрацию, и внимание, и силу воли, и то, что вы будете добиваться своих целей. То, что ты спишь хорошо, любой человек там в деревне условно спит хорошо. Там особенно раньше. Я не знаю, я, например, высыпаюсь. Я вот говорю, в 23, в 00... Нет, я к тому, что я просыпаюсь, все, но я, например, с 7 утра до 14.00 уже свою голову так загрузила, что мне хочется просто взять, выйти, отдохнуть, проветриться, мы говорим. Не, а я не могу сказать про других людей, ну, то есть полезно или не полезно, но я думаю, что мой мозг, он не какой-то такой особенный, что когда много информации поступает, несколько пар подряд, то вы хотите расслабиться, проветриться, и лучший эффективный способ это сделать – это без гаджетов, без наушников, без новостей, то есть это все знают. И точно так же даже в гигиена оформления расписания, там даже есть... По напряженности, как есть дисциплины, математика, физкультура, еще какая-то, там есть специальные правила, какой предмет после какого должен идти, и даже ритмы недели выстроены в идеальном расписании, как это должно быть, потому что мозгу нужен отдых, и он цикличен, вот его, как сказать, функционирование. Здравствуйте, спасибо. Вот у меня такой вопрос. Вы говорили об одном из способов достижения цели, как построение графиков, который зиждется на балансе между усилием и награждением. И, собственно, мой вопрос в том, как прочувствовать этот баланс между усилием и награждением. Например, у меня там открыта вкладка с лекциями по аналитике уже 3 месяца. И я вот не знаю, как мне надо себя наградить, чтобы я уже наконец их посмотрела. Вот. И второй вопрос, тоже немного вытекающий из предыдущего. Собственно, что мне мешает взять и наградить себя, не прилагая никакого усилия? То есть я могу не вставать в 6 утра и не заниматься ничем полезным, а встать в 2 часа дня и сразу пойти в ресторан поесть, если этого хочу. Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, если, смотрите, во втором случае, мы добьетесь ли вы какой-то цели? А у меня нет цели хорошего прям настроения как такового. Потому что, разумеется, если я полежу вечером и не пойду на спорт, у меня будет нормально. И посмотрю «Друзей» сериал. У меня будет отличное настроение, если пиццу закажу. Вот, то есть это не то. Я говорю, что если у вас есть какая-то цель, которая требует усилий, она большая, выучивать это не обязательно, опять же, типа моей цели. Это может быть выучивание языка или, например, у вас получение диплома или получение какой-то более высокой должности.
И вам для этого нужно выучить эту аналитику. И вы такие сидите и думаете, я встану в 2 часа дня, поем пиццу, аналитика пойдет. Но вы там через, когда вам будет 40-50, вы скажете, надо было, наверное, когда мне было 20, все-таки почитать что-то, и сейчас бы я получала другую зарплату, находилась бы в другой квартире и так далее. То есть тут это раз. То есть вот второй случай вообще никак не рассматривается, потому что он никак в контексте цели у меня не прописывается. Это просто так у меня бывает, когда у меня выходные каникулы. Я там, разумеется, хожу на море, встаю, когда хочу и так далее. Вот. А по поводу первой, это нужно вам действительно понять, что вам это нужно. Может быть, вам это не нужно. Если иногда бывают в институте какие-то пары, валеология, там еще что-то, это... Я даже не знаю, как это сделать. Вот я не могу подсказать, потому что, слава богу, у меня сейчас уже нет таких вещей, которые я должна делать и ничего с этим не поделать. Вот не знаю, как с вашей аналитикой. А если мне это нужно, нейробиология, я вот проходила курс Чикагского университета, этот курс сделан 10 лет назад, там плохое качество, там учительница, которая не очень умела делать онлайн-курсы, она очень интересно рассказывала, но она постоянно как-то перескакивала в какие-то непонятные темы. Они какие-то делали стоп-вопросы, когда останавливали просто на полслове, в прямом смысле. И этот вопрос был, а потом, в общем, ответ на этот вопрос только после теста как-то поступал. То есть это было максимально некомфортно смотреть и слушать. Но я поняла, что мне хотя бы нужно 20% этого курса усвоить, сдать тесты, чтобы я не стану сразу нейробиологом, но я хотя бы пойму, как мозг устроен, какие там бывают элементы. И опять же, если я это послушаю там, в 30-й раз, я буду это слышать, я буду отдаленно понимать вообще, о чем речь. То есть у меня была такая цель, я себя действительно заставляла. Иногда я себя заставляла, что я вот села, и уже у меня сразу не то, что вкладка где-то, а я прям открывала компьютер, и это у меня было. И я это смотрела. Но хорошо, что там были курсы короткие, типа 5-10 минут, вот такие маленькие уроки. Не знаю, как у вас. Если курс 2 часа, это трудно. Ну вот часто трудно. Поэтому говорю, что даже если вы педагог, или учитель, то и вы делаете онлайн-курсы. Это моя раньше ошибка была. Я делала очень длинные уроки. Сейчас я бы советовала делать не больше, чем... Ну, вообще советую 12-20 минут, чтобы видеоурок был какой-то. И потом задание на такой же период времени. Это тот период времени, когда мозг может концентрироваться без каких-либо супервылевых каких-то моментов, чтобы вы от этого курса потом не отвернулись и потом с трудом не возвращались к нему. Так, ну, наверное, пора задать единственный вопрос нашей соцсети, но самый сложный, и сейчас надо приготовиться. Как дела у Фунтика? И у него такой же график, как у вас, или нет? Фунтика все хорошо, это мой пес. Он сейчас в горах отдыхает, у него много друзей, дышит воздухом, похудел на 3 килограмма. Да. В Батуми. В Батуми. Вот, видите, уже скорее бы закончилось, скучно, сейчас надо подышать воздухом. Уже душно так. Ну, пока мы планируем только на английском, вот именно здесь, в Москве, чтобы английского было много, мы наняли 2 преподавателей очень хороших, и это уже достаточно, потому что нам иногда говорят, даже кто-то нам хочет работать, прийти и говорит, я сейчас увеличу ваш там какой-то оборот в 10 раз. Мы думаем, как он увеличит, потому что с каждым преподавателем я очень долго работаю, готовлю его, он привыкает к работе, то есть это все медленно. Мы даже вот, мы не можем быстро расти. То есть вот даже вот эти 2 преподавателя английского, нам это, чтобы это было качественно, чтобы это было хорошо, нам это где-то на полгода, на год только с ними работать, чтобы они программу мы все подготовили, они научились так, как мы будем работать. То есть и с учебой тоже сейчас вряд ли будет какое-то колоссальное расширение. Представляю, что у меня нет цели бизнеса. То есть у меня цель просто была собрать хороших людей, которых я и собрала 12 лет уже назад. И мы работаем как в комфортной обстановке. То есть не то, что мы хотим стать Skyeng'ом или кем-то еще. Потому что я вижу, как я узнаю что-то о своем мозге, и мне помогает это проще жить. Опять же, вставать, учить языки. Я обожаю говорить на языках. Я понимаю, что вот... Я понимаю, как выстраиваются нейронные связи, и мне с каждым днем становится легче добиваться каких-то вещей, которые мне очень нравятся в жизни. И тут как память работает, как эмоции работают, как я могу вас развеселить, что вам лучше запомнится что-то. То есть это все с мозгом связано, там, бездонный. Просто материалы, это все интересно. В любом случае, если у вас будут еще какие-то вопросы, обязательно пишите. У нас есть здесь визитки, вы можете взять адрес почты. И желаю вам хорошего вечера.
и надеюсь, что было полезно. До свидания. Спасибо.